Ир булзан, пучланач шене бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашный гун, ирхи щитизи хитре, чеваши нации телевидения, тюри эфиренджия, ир булзан каларам. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбейрех сиревран мабулышыш. Хаваска молдуем парнелищ. Кашный ир уйхран тарле воронар. Шене ирагуна тарле бушвар. Ир будар хаква кураганзем, юдашсем, чеваш ен наци телевидение тюри эфиренже ир бузан каварам. Сирымбе брле паян ебем Дмитрий Вериялов, пурнеде сыв лохсунада, пурнеде шенагун бушванна ятпа савам вада хаква кураганзем. Езир варанза тадар бузасын, вырынжин джензик садар бузан, ир бузан каварама ярза телевизор засыне вайварах товар, мэнжин дезесен, пирымбе брле иргине ирех варанза житме шамударах. Мэнжин дезесен Сирым Валли, Паян Яван Хибегех, хитре тогда саванышва юрозем, манжут пажангбек юрозем бейр генере хранзадма шамаударах, тогда Сирым Валли ир бузан гаварам ра Яван Хибегех, козаква, тогда кирле пулжаган рубрикозем. Шаван бада хакураганзам, ибир халех пушватпар, Сирым Валли, шагамбек камаважик леген юра тархаши. Хевет шелебек шиже чесанын кучузем, шилбе чугензевы че чесан чуш пертизем. Ёлгу лучу на диве че лопшан четреце, сана ачаш ласки лече ошан черере. Анча ковар тырце гариш савак бахцем, шутки вели хубар лариш сыве по лицем. Ёлгу луташ тащу гальче сан бить очень чень, юра дует целый план че сан зарбитский джем. Почтажи эзы хочу резень, камажи эзы или рдень, камбажи богатырь терезень, ошил кула парни лень. Почтажи эзы хочу резень, камажи эзы или рдень, камбажи богатырь терезень, ошил кула парни лень. Хевель шевли бег, шичеч пульсанын кучузем. Уры хищи не пахач пульки линце везем. Ёлгу лучу не тивить пуль лапкан четрице. Уна надяш ласки лет пульсана черерень. Ось та же эзы хальчу резень, камажи эзы или рдень. Камбажи богатырь тередень, ожи лгула парни лень. Почтажи эзы хочу резень, камажи эзы или рдень, камбажи богатырь тередень, ожи лгула парни лень. Все мотор зем. Ось та же эзы хочу резень, камажи эзы или рдень, камбажи богатырь тередень, ожи лгула парни лень. Ось та же эзы хочу резень, камажи эзы или рдень, камбажи богатырь тередень, ожи лгула парни лень. Камбажи богатырь тередень, ожи лгула парни лень. Как вы
Ураганзем, Тебергут, Серебурнеди, Ира, Ирбудер, Чаваш, Ень, Нация, Телевидение, Тюрии, Ференджи, Азель, Дередеп, Ирбузан, Кларам, Паян, Агауихен, Вунзак, Кармаже, Шургуне, Халевара, Паянгигун, Щитне, Тезе, Каламада, Буват, Урамра, Чанахта, Лайх, Шандалак, Урамра, Пиде, Аван, Пирен, Ирбузан, Кларам, Рашагн, Бегех, Урамри, Бегех, Ошо, Тезе, Каламада, Буват, Азель, Дередеп, Хаку, Ураганзем, Сирим, Вали, Паян, Ирбузан, Кларам, Раузу, рубрика «Зем», «Чернасаван Дараган Юра Зем», тогда паян уяв тезе каламада бывает, как ураган зем, бежен тезе сен, эжерни вешлен зебра, тогда дебер паргун шлемелли шеш юна тезе калама бывает, шаговал манжут по пиде, аван пиде воева уяв. Анчах тахале, как ураган зем, пирен павлашмала гороскопа, мен зунаще же пире паян гигуна шаудар зем, тархашин. Сурхсем. Хавармен жутлан не тюремень пальдерескиле, кашный век тебе геснадр, щитмельх синя палардадр. Вагардем. Алла усаларма май пульме, тимлех, азарханулых, щереплях, кеш синдже паянчакензем, нихщан генджин кирлепулещ. Егорешсем. Щелдерзем тимлерех тогда чедом ларах пулмаснеще, унзыран и тезинджин чила ябах самах ильтметиве, хирежуле саман семде юнажарах пулещ. Раксем. Хавыр ежино зинже тады клыбулар. Вызинжень парынмазан керекмінле еварлығада чатсайр терме пулдара ядыр. Арысланзем. Чунракан ле хужаланя шауын бада таврарешін земде сирін бада турдынеш. Херзем. Пырбарлар одыру камбергеде булейн шоғыжа улыштарма хисте. Таразазем. Изербайын пиде тимле ширіплекпе уйрылза дырадыр. Эшреде карьера карташкебе хабарма майзем дубадыр. Скорпионзем. Пурнача шенерех кыртмедыр жыр. Тумдере тимле хуярны ишене ябалызем дуянны шыбақты пырымыш удым буле. Ухажезем. Тавра речен зембе худшынны май терле еварлық семсексе дугеш. Чауын бада хывыра шанза бурнышламалы ишсіне ытларах тимле хуярыр. Тугадегезем. Яваплы ежыну зіне хайулы удым зіне урах кунах варны вырынларах буле. Шывдыганзем. Итезин житмен лихизне азархадыр, вактивек пулымзине пызыктим лиху ирадыр, анчахта шилдырзем сире чермавзем шине пахмазыр, пурнышпа тулын келенмезн ище. Пулызем. Шене кызыклых барба палашма май буля, шаван бада кунгажа итезине тимле итлеме білер. Как в Органземе Зербурде преплетер пуля, хитре была стезен, тогда сывохва была стезен, терес абатван мала. Сывохва тогда и лемля была стезен, узова щимеш ожая мала. Халя манан зире паваш тарас килет, чи паха щимеш сен списа гебе. Каваза барадап, зир халя алла ручка бахут ильзе щирза ильмеде путарадар. Алоэ вера. Алоэ вера вал вирус сене бактерии зене потереть, уйде да задача. Садкене пиде пиде зермеле вуна минутран шу займала вара езер пиде хитре бува дрдезерекалама бува. Абат соды. Пыра хертнене иртерет умба шавара шоу дазатма бувать. Хожа бери умба вара скраб еверде узагура чагамберги езер пальменче буле. Пыр хертнене иртерес тезен шурджей кажеге содна перстакан живаямала она выже хырымлы эшмелле. Куркума. Умба элегех шанза Базалзан, Суранванзан, Узагурна, Унри, Куркумин, Узал, Шиже, Клетки, Зене, Падерет. Куркумана, Шивба, Е, Сетпе, Эшме, Юде, Сермия, Дебуат. Ихра, Вирус, Сене, Бактери, Зене, Падерет. Она, Че, Евр, Деверет, Мебуат. Пылакрах, Пудр, Дезен, Пыл, Гушмала. Имбирь, Варгырым, Базалзан, Камал, Батранзан, Жемелле. В иммунитета, Ширепледет, Антиоксидант, Папиде, Пуян. Пыл берги поледренда изер пуля, пыл шанза базовзан, аллергибе аптразан положать, юде нюрледерет, пылачи е, ожа жива ярза эшмелле, агальжи зендиврат тогда. Лимон.
Абат ирл диреген тыдыма лайх эшлеттерет, шавна май наджарланма бывает, лимон хушна жива, иргине эшмезенеще, в войгал хужать, тогда так синзене говорят. Суган, иммунитета ширпедеген шимеш, в услеге иртерме, организм ран так синзене говорма бывать. Шон забузовзан, услег ерзен, суган ран, чей вредме бывает. Пануми уксузе, в ябавазен илмажиновне хвортвадать, шавнамай наджарванма бывать. Анджах она жичен шивба худыштармалла. Грек йогурджи, унра пыржылых микрофлори жен узыла бактеризем, но май кунзырбушне йогурт пребиотик сэмбе боян, взэм вара вар хырым хыдасран лаях. Пэтнек волс у нас ерзен, камол патранзам бывать, депрессии пушванзан, иммун тыдыме хавжазан, пэтнек чее вреце шмелле. Тмин, шак шимеш абат ирльдереген тыдыма ховарт ашлеттерет, бепин вара наджарвага нас теген земжен, вэл пиде узылла, вэдетне тмина, абада ямала, е чей бек вреце шмелле. Корица, ас чахсэм бавартнаторах, шире муда техем лихрен корицара чину май антиоксидант. Вэдетне корицына кофене ечее ярар, ожа жив пыл корица хушса эшмеде анманар. Кушевек ва уйрама халя пиде кирля чирджер саровна вагачке халь. Жагам бектега ама буат мажнде сэн шургунне пирен организм каштах наджарванна витамин зэм захал шагам бада шагам берги манзангар. Сэля, шур стакан зелере вун виже грамм белок. Пору кувал хырым вышне иртерми положать. Стаканан прередватымыш паэнджи организма пэрдалакра кирля марганец пор. Сэля антиоксидант сэмбе, е витамин ба пуян. Иргне улмажер вахушна сэля бэтты, шизен пиде аван бывать. Алива шове дада. Водажер тинезе жиннезем мэнжен нумай бурныне пэледрезер. Вэзэн садели жиннже алива шове пэпэрмаях пор. Ашкагая, пахча жимже, алива шеве ярза пэшерер. Хакву гураганзе, шак список по эбезере паллаштардам, шаамбада, езир пиде аван, абатванзан, манжут по эбир пурде сывах вабуат, по эбир пурде хитре буат пар. Тогда шагмек пуа по эбир лаях саванышва юрзем итлезен. Шагадавал пиде аван ябава, шаамбада, ирбузан гварамра, шагмек юрзем бур, телевизор засыне вайларах товар. We'll be right back.
Так, ураганзем, хале вара, щитре, вогот, манан, чи урат на пирен передачен пая, езир, пирен вконтакте, сайт 3, ушкан рачер, заговор на салам за ним, вуа за бама. Салам ваше, баян, чуравна гунь, я тебе, Валентина Петрова, на... Валентина, на самом деле, юратна можере, тавана зем, юдаже зем, шуравна гунья джебе, берзана она жену мэрах сунат парсыла хлопа, шуравна гунья джебе Валентина. Тогда, савам ваше, шир захварна, чак мик савам, хаква аннежем, Галина Иванова, сана юрат сада саван за шуравна гунья джебе савам ватпар, па энгибегех камалода хавас лопума чундан сунатпар, ибир кавама жук терейле пирен, анне чилай хи был нижен, ибир бурнажа пиде гызык тавдават пар, но мая же гунбек аннене эмэтлен мегана бударать, кун жу даршебе ырыда ужа камовы был бурнажу пиде варам терелиде сывыхва иртер. Чуравны гуня жебе, ивэвэбе хэрэ салам ваще. Тадам ельджи краянын джежирав заюсны, халя жубашкарда, шем ежаварза бурнаган, Галина Петрова паянчировна гуне пал выдавать. Щивых юдажем. Самбек ира, щин тенджере сайра, кирек менле гиворвах сиксе тухсанда, пулышмат таража донезе, ебедес она журавна гуне джебе салам ладап, сана зунадап нумайрах анажу, тада сылых лабуте зачер заговарна. Таде бразавам, бир баян пирен, чи щивых тахаква щин намара, Петрова варисана, журавна гуне джебе чундере ренду аган, чи ирада ожа сама Сэмбе савам ладпар. Вэл падрирэнэн джежирал заюсны, халя вараву шубашкарда бурна чем ебе бірле, эбирна уйых пек шуда кунжу, шурхи хевельбек ыра кымал, инжет шу евер варам эмер, чаваш юмане бек ширеп сывлах, кушта уэтелей, тостыван зэмбе жагудаца пурнма шуда раскаузу надпар. Эшре тада да ытварах шидэны дума вайга хужынзах пыдарзанан, пурнышри кашни удуму ырлахпа юрадуба шуда Медсембе дудар, а дюзен бархадарне эмер-эмер курмала пудар санан. Саам лаганезем, юрат на мажеребе вижа аджи, сидрев сен, тада Иванов сен чем езем, тавдабуш, сире, сиреде тавдабуш, шагмбе хитре, савам чирзаха варнажен. Тада дебер паджек савам, юрат на мажера, и бир савам лад, пардеза чирзаха варна, мажеран яджи Олеся Петрова, савам лад парначурал на гуня джи бе, вылбаян дударат аллы жул, танжеремен буру лайхине ирыне шире псылых тулы делей шем ереки лежу, он жу зунат партизе жирзағы варны. Сан бурны жу тапсадраган шаугушпек, тазада шуды будыр тезе жирны. Варманбек пуян, уйбек аслы бул, кашни шаны гуны саваныш ильзе килдер санын бурны жа тезе жирзағы варны. Эбирде савам лад парзыре. Тада шидес шуравны гуня джи бе савам лаще, Анатолий Григорьева, юдар зэмбе тыван зэм, тада прле вреген аджа зэм Анатолия, сам ваше шуравны гун яджибе. Тада дебер пэжэк савам шидес шуравны гун ятпа, сам ваше Александр Шепурева, Александра сам ваше юдар зэм, прле врен умба прле вренеген жин зэм, Александр сана нумарах сывых эберзунат пар, врен юрезана нумарах онажу, тогда ховар трах юраду дупма сунаще Александра. Александр тубаден, тубаден, анхуй гаргун берги, журавна гун я джебе сана. Тогда ирцегайна журавна гун я джебе савам ваше. Дарья Кошкина на, Дарья назовем ваше юдар зембе тавани зем, шивых шинны зем, а мы же бе аши, тогда емога зембе шалле, шуруанна гуне же бе Дарья, и без анапидыха да юрадат пар, Дарья сана нумарах анажу, тогда сывых лобоу тезе черзаховарна. Хаку ураган зем ебеди зере пурниде савам ладап, тогда паян гикун, жагамбек уяв, паян радио юрадаган зен куня, камух не радио юрадаганчин деда жутват, сиреде завам маба ударат, шагамбек паджек уявба сире пурнеде савам ладпар. Сирим вали, тогда дебер камалажек леген юра таргашин. Курай, я к сенчу не
Еще раз доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня 18 апреля. И сегодня, кстати, очень интересный праздник. Сегодня день памятников и исторических мест. Поэтому сегодня мы в гости пригласили доцента Чувашского государственного университета, кандидата географических наук, руководителя курсов экскурсоводов и направлений подготовки туризм Зою Алексеевну Трифонову. Зоя Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Ну, Зоя Алексеевна, вот вас, мне кажется, можно поздравить с профессиональным, даже, наверное, сказать, праздником, День памятников исторических мест. Поэтому с праздником вас, Зоя Алексеевна. Спасибо. Зоя Алексеевна, ну вот праздник называется День памятников и исторических мест. Тут, наверное, имеется в виду не такие памятники, вот, ну, прям вот где стоит человек на постаменте, а памятники, в том числе и архитектуры, и памятники природы. Да. Угу. Вот расскажите, пожалуйста, примерно, понимаю, что это невозможно посчитать, сколько вообще в нашем регионе, в Чувашии, памятников и исторических мест? Угу. Хорошо. Ну, во-первых, скажем, что памятники действительно понятие довольно широкое, разнообразное. И, собственно говоря, у них есть своя иерархия. Ну, например,
Если дать простую классификацию, то можно обобщенно их разделить на памятники культурного и природного характера. Если говорить о памятниках природного характера, то они тоже, в свою очередь, классифицируются в зависимости от статуса. Есть вообще все памятники природного характера объединяются одним словом – особо охраняемые природные территории, ОПТ. Географам это понятие знакомое. И вот в свою очередь у нас есть памятники федерального статуса, такие как заповедник Присурский, национальный парк Чувашия-Армания и ботанический сад города Чебоксары, который является филиалом ботанического сада имени Цицина российского. Ну а кроме того, есть множество памятников республиканского значения, куда входят заказники, куда входят отдельные ОПТ, парки. Ну, например, известный дуб Богатырь, или мы его называем Чувашский дуб, старейшина, который расположен в Маргаушском районе, в лесничестве Ильинское. Ну, то есть, вот да, памятник, вот как я в самом начале сказал, это вот, ну, не стереотипный такой, ну, бронзовый, допустим, человек, который... Вот даже дерево, дуб, считается памятником, и я так понимаю, его как-то охраняют, за ним как-то ухаживают. И да, как-то эти памятники относятся к ведомству Министерства природных ресурсов Чувашской Республики, памятники местного значения. Кстати сказать, недавно прошла их переоценка, то есть некоторые памятники были выведены из реестра особо охраняемых природных территорий. Такое возможно, но в частности наша местное региональное отделение Русского географического общества, конечно, настаивало на том, чтобы их сохранить, но жизнь меняется, поэтому происходят и такие изменения. Ну, а если говорить о памятниках культурного назначения, они тоже, в свою очередь, иерархичны. У нас есть, например, только в Чебоксарах более 20 памятников культурного назначения. Кроме того, есть вот та самая городская скульптура, о которой вы говорили. Их три федеральных памятника. Можно их назвать. Это памятник Василию Ивановичу Чапаеву, расположенный в сквере. Это памятник Ивану Яковлеву, расположенный недалеко от вашего здания. Ну и памятник бюст Константину Иванову, расположенный в сквере Константина Иванова. А если говорить о объектах, зданиях федерального статуса, это, конечно, наша колыбель православия, Веденский собор. Мне кажется, он после реконструкции и после реставрации, точнее так, вот, он настолько похорошел, а его интерьер посветлел в силу того, что почистили потолок сводчатый и стены. До этого тоже провели реставрацию. И вообще памятник настолько историчен, ведь он был создан каменный. Вот это здание было создано еще в 1651 году началось строительство. Вот. И представьте себе, он практически ни разу не закрывался, этот храм. Только в первые годы войны, на 2 года его закрыли, в 1940-м, а затем через 2 года открыли. Известный указ Сталина о возвращении церквей народу. Все молились о победе. Поэтому наш храм намоленный. Он интересен своей вот интерьерной частью, иконостас богатый. Вообще, я считаю, что его можно повысить в статусе и можно рекомендовать в список ЮНЕСКО, например, особо охраняемых памятников уже мирового уровня. В Чувашии, в Чебоксарах нет памятников исторических мест из списка ЮНЕСКО? Нет, к сожалению, нет. Вот в 90-е годы как раз была попытка ввести Веденский собор в этот список. Ну, однако, тут ведь нужна инициатива снизу, причем довольно настойчивая инициатива. Вот. И сейчас, опять-таки, наше отделение Русского географического общества, вот, скорее всего, вот, предложит этот памятник в общий список, так как Москва, федеральный центр,
наша штаб-квартира Русского географического общества вот, предлагает выйти с такой инициативой. Мне кажется, это был бы хороший подарок городу в честь дня рождения, в честь 550-летия, в этом году включить в какой-нибудь такой памятник. Но это не быстро делается, это делается долго. У них есть предварительные списки. Спроси, например, многие памятники, охраняемые ЮНЕСКО, вначале долго стояли так, в таком предварительном списке, только сейчас. Но вот отрадно то, что этот список, он не постоянный, он постоянно увеличивается, такой вот живой список. Насколько я знаю, памятник должен придерживаться, должны быть какие-то требования, насколько я знаю, чтобы попасть в список ЮНЕСКО. Минимальная реставрация, насколько я знаю, есть еще какие-то такие вот критерии, чтобы для того, чтобы попасть, памятнику попасть в список ЮНЕСКО? Ну, по поводу минимальной реставрации, я бы тоже вот сомневалась. Например, у наших соседей в Республике Татарстан, у них три объекта, охраняемых ЮНЕСКО. Среди них Кремль Казанский, остров Град Свияжск и Булгар. Вот. Что касается Свияжска и Булгара, то там говорить о минимальной реставрации, наверное, не приходится, потому что они были воссозданы практически с нуля. Поэтому такие объекты, они тоже охраняемы и имеют место быть. Ну, по поводу исторических зданий, архитектуры, понятно. А может ли считаться памятником, допустим, какое-нибудь такое вот современное творение архитектуры, какое-нибудь такое вот здание, построенное вот сейчас современными архитекторами? Ну, вот оно вот такое очень интересное, это здание. И вот как вообще дают статус памятника объектам? Ну, при Министерстве культуры есть специальная комиссия, которая состоит из экспертов. Кстати, у нас в республике, наверное, наиболее авторитетный эксперт – это Муратов. Вот. У него есть отличная двухтомник, охраняемые памятники Чувашской республики. Первый том посвящен Чебоксарам, второй полностью Чувашской республике. Вот. Он, ну, можно сказать, он авторитетный, конечно, человек в этом деле. И он всю жизнь посвятил этой работе. Вот, приглашая таких экспертов и опираясь на их мнение, естественно, происходит пересмотр реестра памятников. Спасибо большое, Зоя Алексеевна. Мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. Расскажем нашим телезрителям, что такое памятники и есть ли у нас в нашем регионе исторические места. Шумом, 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 шумом
шумом чула чешел брат от могиле мат. Черере чуном рай нарехвал юль чешел дорога тюбере альмар. Киржери урам рай кене шумом чурче. Еще раз доброе утро, уважаемые телезрители. Напоминаю, сегодня мы отмечаем День памятников и исторических мест. И сегодня у нас в гостях доцент Чувашского государственного университета, кандидат географических наук Зоя Алексеевна Трифонова. Зоя Алексеевна, еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Зоя Алексеевна, ну, с памятниками мы вроде разобрались, обсудили. Исторические места. Что это вообще такое и что может считаться историческим местом? Ну, понятие, конечно, очень собирательное. Понятно, что историческое место – это место, территория, связанная с каким-либо историческим событием. Вот обобщенно можно дать такое определение. Ну и следующий, собственно, вопрос, вытекающий из этого. Есть ли у нас в нашем регионе исторические места? Ну, если говорить о городе Чебоксары, то, конечно, это историческая зона, так называемый общественный центр города Чебоксары, расположенный вокруг Чебоксарского залива, которую я, собственно говоря, делю на две подзоны. Это русско-православное ядро, оно четкое, самостоятельное в районе Свято-Троицкого монастыря и Веденского собора вдоль улицы Константина Иванова. Ну и вторая, я ее называю этнонациональное ядро, это Красная площадь, бульвар Купца Ефремова, прилегающие территории. Вот. Ну и были ли исторические события? То, конечно, были. Вот как раз в русско-православном ядре в районе улицы Константина Иванова, Свято-Троицкого монастыря происходило такое интересное событие – посещение города Чебоксары Екатериной Великой, которая после пребывания в нашем городе лестно отозвалась о нем, написав следующее графу Панину: «Город Чебоксары во многом показались лучше, чем Нижний Новгород». Ну а, соответственно, мы уже, экскурсоводы, краеведы, вывели на следующую гипотезу, предположение. Возможно, лучше ей показался город в силу того, что чебоксарские купцы активно и тщательно готовились к приему столь высокопоставленной особы. И, согласно городской легенде, устлали всю территорию от пристани до дома Соловцова, в котором она обедала, и территорию вокруг Свято-Троицкого монастыря холстами, дабы ноженьки императрицы не испачкались. Вот такой вот есть легенда, такое историческое место. Поэтому, естественно, всем гостям города мы рассказываем эту легенду и проводим их дорогами Екатерины. Ну, каждая легенда основана на каком-то реальном событии. Возможно, да. Это вполне возможно. А хорошо, а на территории Чувашской республики, насколько я знаю, тоже есть несколько исторических мест. Да. Где они находятся? Ну, так как вы беседуете со мной, то я позволю себе такой личностный аспект. Одно из моих любимых исторических мест – это, конечно, Ядринский район, правый берег Суры, который последние несколько лет был преобразован, один участок его, и превращен в туристическое место, но место, связанное с реальными историческими событиями. Это Сурский рубеж, инициатива местного краеведа, директора местного музея города Ядрина Иванова. И вот этот Сурский рубеж, он, конечно, очень важен в первую очередь в военно-патриотическом воспитании молодежи. Почему? Потому что этот участок – это реальное действие, которое происходило в годы войны, когда жители республики готовили рубеж для
плана Б, скажем так, да, то есть плана, если придется отступать вплоть до нашего региона, а Сура в силу географического положения, в силу рельефа, она была довольно таким вот рубежным регионом, в меридиональном направлении течет. Вот, и силами местных краеведов вот удалось создать что-то вроде рвов, ну, не блиндажи, но, тем не менее, какие-то такие вот фрагменты они воссоздали, и они очень интересны, и интересно вообще сообщение в районе этого места, в связи с тем, что место интересно даже с ландшафтного подхода, высокий Сурский берег, панорамный вид на город Ядрин, на все Засурье. Ну, такое ну, историческое место. Вот военно-патриотический туризм, да, так скажем. Да. Сейчас довольно модным становится, ну, не модным, популярным становится этнотуризм. Вот если нас смотрят телезрители, которые ни разу не были в Чебоксарах и в Чувашии и хотят в ближайшее время посетить, какие места, какие памятники им нужно посетить в первую очередь? Хороший вопрос, спасибо большое. Вот в этноплане, мне кажется, было бы интереснее и доступнее, потому что этот парк находится буквально в черте города Чебоксары, но на левом берегу Волги. Я говорю о Сувар, этнопарк Сувар. Парк, который был создан тоже по инициативе местного скульптора, художника Болтаева. Вот уже несколько лет, можно даже десятилетий, он является инициатором этого проекта. У них уже сотни скульптур. Это деревянные скульптуры, расположенные в лесном массиве Хвойный лес в районе санатория Чувашия. А в настоящее время они точно так же осваивают правую часть дороги, которая ведет в Сосновку. То есть они уже освоили, полностью закончили композицию парка Сувар. Ну, если вкратце, это история, даже не история, это территория, сотканная из мифов, легенд чувашского народа. Здесь есть три горы, например, если погрузить туристы, да и вообще гости города, гости республики, то вам могут рассказать о Золотой, Серебряной, Медной горе. И, соответственно, на каждой горе расположены свои деревянные композиции. Золотая гора – это гора чувашских богов. Серебряная гора – это гора выдающихся земляков чуваши, реальных людей, может быть, и не выдающихся, но реальных людей. То есть это серебро – это люди, реальные жители. Ну, а Медная гора – это гора идолов, это гора каких-то, может быть, злых духов, которые тоже были и сопровождали жизнь чувашей. А кроме этого еще, вкратце, вот какие места еще можно посетить? Может быть, даже самим жителям Чувашской республики и города Чебоксары, вот, не были они там и не знали, возможно, а место очень интересное. Ну, вообще так получилось, если географически вот так обозреть нашу республику, то она разнообразна и разнолика. Север, если рассматривать северные районы Чувашии, то кроме Ядринского района можно увидеть природные и этнические памятники в Козловском районе, на самом востоке, северо-востоке республики, где есть любимое место всех, наверное, козловчан, да и жителей Чувашии, это птичий полет. Тоже панорамный вид, место, с которого очень хорошо видны заволжские леса с одной стороны, а с другой стороны еще и процесс впадения реки Аниш в Волгу. Это тоже очень интересное место, устье Аниша. Кроме того, можно посмотреть в самой Козловке тот же самый музей, который является памятным историческим местом, так как именно в этом особняке жил в летнее время выдающийся математик Лобачевский.
Вот. Есть интересные места и в Чебоксарском районе, и в Мариинском-Посадском районе, в конце концов, село Шоршилы, мемориальный комплекс, который знаком, наверное, всем школьникам города Чебоксары. Есть такая традиция. Обязательно, например, в нашем университете, в Чувашском университете, каждый год первокурсников коллективно вывозят на территорию этого музея и посвящают, можно сказать, в исторические ценности, культурные, духовные ценности. Чувашский край богат памятниками, историческими местами. Посмотреть есть на что. Да, и кроме того, интересно то, что у нас есть и не только чувашские культурные центры, но и мордовская, например, в Парецком районе, на берегу реки Сура есть мордовский культурный центр, располагающий своим музеем и приятно встречающий традициями уже иной культуры. Ну а Алатырь и его монастыри и церкви – это уже типично русская православная культура. Вот. А если мы поедем на юго-восток республики, то мы встретимся с татарскими селениями. И это тоже своего рода памятник. Вот этим летом мы ездили с студентами в Национальный парк Чуваш в Ирмании. И я настояла на том, что мы заехали наконец-то в Шагырданы, самое крупное татарское село в республике. Вот. И старейшие этого села позволили нам войти в мечеть. Она меня просто поразила своей роскошью, своим монументализмом и вот неким таким вот началом, которое, естественно, обязательно становится памятником. Спасибо большое за Алексеевну, за такой интересный и подробный рассказ о памятниках и исторических местах нашей республики и города Чебоксары. Но будем надеяться на то, что таких мест и памятников будет становиться все больше и больше, и туристическая привлекательность нашего региона и столицы нашей республики будет расти. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое. Поздравляю еще раз всех с праздником. Уважаемые телезрители, передача «Ир Бузан» подходит к завершению. До новых встреч! We'll be right back.